Привет! Меня зовут Яна Карташевская, я директор по развитию турфирмы Light. И мы вас пригласили Александра Бегака для того, чтобы он рассказал, чтобы организовать с ним вместе туры для детей. И поэтому скоро очень много интересного на его канале вы увидите. Подписывайтесь и полетели! Он рассказывает про Лермонтова, неотъемлемую нашу историю, которая у нас есть, про Арха, Цветник, про все выдающихся достопримечательных людей у нас. Все, была картинка, чтобы была ссылка на те же самые достопримечательности, которые мы будем рассказывать. Да. Ну понятно, да. Это вот как раз надо заранее проехаться. Это нужно готовиться. Это мы же говорим, по большому счету, например, 27 сентября день туризма. Если их начать там в контексте с поздравления, то есть мы вас поздравляем, мы для вас мы делаем тогда. Да, и у нас месяц разбега. Да, серию вебинаров. Какая разница, когда за камерой стою я, и ты мне это рассказываешь. И там камера. Вот смотри, сейчас вот Александр снимает. И с удовольствием я познакомлю вас с основателем турфирмы и другом Александра Бегака Натальей Вячеславовной Пархоменко. Добрый день, здравствуйте. Турфирма Light приветствует вас вместе с Александром. Нам почти 30 лет. Много интересного и классного в области туризма мы создали. И теперь у нас начинается новая веха. Совместно с Александром мы будем создавать, делать и организовывать удивительные путешествия для наших учащихся. Будьте вместе с нами, посмотрите. Поставьте лайк. Кстати, у Александра ребята уже делают самолет. Вот сейчас взвешиваем его консоль, она у нас по массе получается 9 килограмм, ну 9,5. И сейчас будем взвешивать второй уже правую консоль, поэтому продолжаем. Короче, мы взвесили крыло, у нас получилась масса, полностью покрашена, зашпакленного, подготовленного к полетам 14 килограмм, это по факту. Сейчас будем второй взвешивать и посмотрим, сколько второй будет весить. Мы начали взвешивание центроплана. После проклейки и покраски интересно, сколько он теперь весит. Так, и вот центроплан подвешен. Сколько там получается по массе? Не вижу. 36. Аккуратно. 36 килограмм получился у нас центроплан полностью проклеенный и... Висит крыло. 10 килограмм накидали. Краска. Мы сегодня разобрали тягу на руль высоты, которая идет в самом центроплане, вот тут у нас. Тут надо кое-что доработать. И заодно проверили тягу хвостовой балки. Вот что у нас получилось. Иди сюда, посмотри, покажи, что тут получилось. Ну, ё-моё, ну видел, как я тебя водил? Вот до сюда у нас пришлось тягу удлинять. У нас она сейчас 2... Была она у нас только до начала центроплана. Сейчас у нас все вроде бы работает отлично. Вот так вот. Ставьте лайки, поднимайте пальцы вверх и смотрите нас дальше. Ждите полета. Мировой рекорд – это то, к чему готовится этот аппарат. Сейчас мы проводим некоторые испытания в компьютерной модели для проверки некоторых узлов. И скоро начнется его окончательная сборка. Сейчас задняя ось уже устанавливается и подготавливается полностью. И следом мы будем уже дорабатывать систему управления куполами и полностью салон. Так как все остальные системы, в принципе, у нас готовы, это подвеска, электроника некоторая, и также двигатель готовы к полетам, теперь мы готовим этот аппарат к мировому рекорду по скорости. А сейчас ставьте лайки, подписывайтесь и поддержите нас и нашу команду. Завтра будет интереснее.